полиняла поикилотери регалис. Стала очень большой. А где зум у тебя есть? Сейчас. Так, нормально, без зума. А где зум? На что надо нажимать? Вот на этой. А вот это? А вот это? Нет. Ну вот это? Да. Вверх. И теперь можно зум? Да. Вот какой паук. Очень красивый. Тихо. Супер. Даже ходить не хочет. Так, как брошка сидит на руке. Вот немножко пошел, 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 пошел. Смотрит. Шикарный паук. Поставь другую ручку, чтобы он на другую ручку тебе пошел. Ладошечка. Угу, вот. Не хочет. Шикарный паук. Да, такой паук уже птицу может съесть. И это далеко не самая его большой размер. Это какая, восьмая линька? Угу. Это восьмая линька. Он еще будет расти и расти. Сейчас, конечно, после линьки он не очень агрессивный. Такой спокойный. Ходит все вокруг руки и ничего. А до этого он убегал намного быстрее, видишь? Сейчас он стал более спокойный. Ходит по ручке просто так. Думает, что это у него теперь такая нора. Тут, и он теперь будет тут строить паутину и жить. Классный паук. Суперский. Вот как идет. Ну что, будешь его сажать? Давай. Собственно, ничего нового мы тут больше не увидим. Классно. Да. Ну, пошел обратно. Ну, сажай его. Красавец. Все, стоп, да?